Строительство новой школы в Малаховке стартовало уже в апреле. Здесь вместо старой школы «Сказка» появится современное трехэтажное здание, где будут учиться дети с 1 по 11 классы. Как проходит возведение объекта и укладываются ли в сроки, проверил глава округа Владимир Ужицкий. С утра и до вечера здесь кипит работа. Строители, а их 70 человек, подобно муравьям, трудятся, не покладая рук. Объект должен быть сдан в срок. В этом году у нас запланировано завершение полностью монолитного железобетонного каркаса, установка окон и наружных дверей. Соответственно, в следующем году, до 1 августа, мы должны полностью завершить объект и сдать его в эксплуатацию. 1 сентября 2020 года новая школа распахнет свои двери для 275 учащихся. Ребят встретят светлые классы, удобный актовый зал, два просторных спортзала, современное оборудование и благоустроенная пришкольная территория. Проектом благоустройства предусмотрено вокруг устройства площадок волейбольной, баскетбольной, игровой зоны для начальных классов, ну и, соответственно, благоустройство, озеленение. Строительство нового учебного заведения идет в рамках реализации национального проекта «Современная школа». Согласно ему, в регионе появится 50 новых учреждений. Три из них в городском округе Люберцы. На строительство именно этой школы потратят 450 миллионов из регионального и муниципального бюджетов. Я думаю, что жители в перспективе оценят по достоинству саму школу, как она спланирована, как она будет выглядеть. Я думаю, что школа, в том числе, она будет каким-то украшением для Малаховки, малаховцев. Период строительства ученики снесенной школы «Сказка» получают знания на базе 48-й школы. Мария Кузьмичева, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.